Водитель мопеда погиб после столкновения с ВАЗом. Страшная авария произошла 17 августа недалеко от села Богослово Суздальского района. По информации ГАИ, легковушка и мопед столкнулись около полудня. Двухколесным транспортом управлял 36-летний мужчина. Он скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 1955 года рождения, двигаясь со стороны города Владимир в сторону города Юрьев-Польский, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с мопедом под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП водитель мопеда скончался. По факту трагедии проводится проверка. Все обстоятельства случившегося уточняются.